Друзья, всех приветствую. Toyota Fortuner на замене масла. Машина новая. Это вариация 2021 года. Пробег 2000 с копейками километров. Машина поедет в сторону севера, поэтому решили предварительно поменять масло заводской заливки. Пробежимся по низу автомобиля, посмотрим конструктив. Передняя подвеска, в принципе, практически такая же, как на 150-м Prado. Особых изменений здесь я никаких не вижу. Стандартная классическая схема, ничего нового, в принципе, здесь Toyota не придумала. Единственный момент, могу ошибаться, но сайлентблоки вроде бы вырезы поменьше они сделали, хотя вопрос такой спорный. В принципе, по большому счету, аналог 150-ки. Передний мост в свободном полете, дифференциал у нас разблокирован полностью. Висит в воздухе, поэтому основной режим данного автомобиля – это задний привод. Из интересных моментов, которые сразу бросились в глаза, вот такие прижимные пластины на передних колодках. Я думаю, можно взять этот момент на заметку. Скорее всего, подойдут на 120-й, на 150-й прадик, чтобы не гремели колодки. Поэтому по ВИН-коду, либо по модели автомобиля, зайдите в каталоги, посмотрите вот такие прижимные пластинки. Интересное решение, надо взять на заметку. Я думаю, подойдут на 150-й очень хорошо, потому что суппорты достаточно большие и колодки, скорее всего, аналогичны 150-му. Сразу небольшой выговор сделаем производителю. Не ожидал от Toyota. Правда, мотор, конечно, старый, здесь 2,7 литра стоит. Расположение масляного фильтра очень неудобное. И все сделано так, что всегда при замене масла в двигателе, когда будете демонтировать масляный фильтр, масло будет стекать у вас вот здесь по элементам подвески, и как бы это все достаточно неэстетично и грязно. Сейчас я фильтр поменял, здесь все замыл, почистил, но, честно говоря, неприятная процедура. Могли бы сделать какой-то чашечку-сливник, чтобы масло стекало, ну, хотя бы равномерной строй куда-нибудь за привод, например. На старом Lexus RX это было сделано, проблем не было. То, что касается карданов, передний карданный вал у нас обычной конструкции, под шприцовки. Задний карданный вал составной, шприцуются только крестовины, шлицевое соединение. У нас здесь, я смотрю, не обслуживаемо, спрятано под пыльником. То, что касается рамы, я уже упоминал, рама на данном автомобиле крепче, чем на автомобилях Land Cruiser Prado. Так называемая Heavy Duty рама. Прочная и серьезная, несмотря на то, что размер автомобиля, в принципе, поменьше, чем у Прадоса. Накладки на задних суппортах тоже, кстати, интересное решение. Видимо, как раз защита от грязи. Комплектация здесь не супер навороченная. Блокировки моста и ЛСД здесь нет. Мост свободный задний. Ну, в целом сделано все добротно, надежно. И по большому счету, я думаю, будет в эксплуатации абсолютно беспроблемно. Вот единственный момент, который пока мне здесь не понравился, это расположение масляного фильтра. Этот выговор Toyota. Так, в 2021 году уже автомобили и моторы не проектируют. Надо делать какую-то культурную конструкцию, чтобы масло у нас по всему автомобилю не стекало вниз. Благодарю за внимание, друзья, и желаю всем удачи.